Стальная защита двигателей коробки для автомобиля Chevrolet Evanda после 2003 года выпуска. Завод-изготовитель Титан. Горячекатанная сталь, листовая толщина стали 2,2 мм. Покрытие антикоррозионная порошковая краска. Защита ставится на штатные места, без необходимости каких-либо доработок. Вес защиты порядка 12 кг. Защита имеет ребра жесткости по всей длине, усиливающую конструкцию. Также предусмотрены вентиляционные отверстия для дополнительного охлаждения мотора. В особенности это актуально в летний период времени. Технологические отверстия для замены масла также предусмотрены. Защита подходит как на объем 1,8, так и на 2 литра и на другие двигателя. Крепления поставляются заводом для установки. Докупать ничего не нужно. Сами сможете поставить, если у вас есть смотровая яма, либо же подъемник. Спасибо за просмотр, хорошего дня и подписывайтесь на канал, если видео с товаром было полезным.